Канадские полицейские нашли похищенную 16 лет назад скрипку Страдивари. Полицейские вернули хозяину ценности, на одной из которых стоит клеймо великого мастера и год изготовления – 1685. На самом деле в 1998 году были похищены две скрипки в Монреале из багажника припаркованного автомобиля. Как заявил представитель полиции, их удалось обнаружить благодаря анонимному звонку. Абонент предлагал оценить и продать старинные скрипки. Владелец рассказал, что заплатил за оба инструмента 56 тысяч долларов. Тем не менее, эксперты пока не утверждают, что скрипка с клеймом Страдивари является инструментом работы великого мастера, а не копией. 50-летнему подозреваемому в похищении, скорее всего, будут предъявлены обвинения, но пока расследование продолжается. Скрипки Страдивари ценят музыканты или коллекционеры. В прошлом году такой инструмент ушел с онлайн-аукциона за 2 миллиона долларов.